Ты упускаешь свой потенциал, каждый раз давая волю своей прокрастинации. Ежедневно ты только думаешь, как достичь успеха и выполнить все свои цели, а по факту выбираешь праздно провести время за компом, запустив очередную катку в доту. Наступает конец дня, и ты опять потерян. За день ты не выполнил ни единой задачи. В отмазку себе ты говоришь, что завтра точно все сделаешь. Но кого ты обманываешь? Этот порочный круг никогда не закончится, если ты не начнешь жить продуктивно. Меня зовут Михаил Колыванов, и сегодня я пошагово расскажу, как избавиться от прокрастинации и как минимум удвоить свою продуктивность. Вспомни фильм «Область тьмы» с Брэдли Купером. Первым делом после принятия таблетки он принялся за наведение порядка в своей квартире. Но с чего вдруг человек, который открыл в себе бесконечный потенциал мыслительной силы, проводит половину дня, убирая старую квартиру? Ведь гораздо выгоднее было бы заработать побольше денег или достать влиятельных друзей, пока эффект не закончился. Тут-то и открывается первый шаг – порядок и окружение. Если ваше окружение помойка, то и в голове будет то же самое. Какой смысл наводить порядок в своих финансах или задачах, если вы даже не можете навести порядок вокруг себя? Ну а если вы мыслите четко, логично, спокойно и упорядоченно, то и окружение будет такое же. Тут мы плавно перейдем ко второму шагу. Хочешь менять жизнь? Меняй привычки и свое окружение. Больше ничего не надо. Все мы слышали этот отрывок из цитаты. Если вы общаетесь с 3 миллионерами, то станете 4-м миллионером. Здесь все предельно ясно. Кроме того, откуда взять такое окружение? Не будешь же общаться миллионер с обычным человеком. Но люди упускают один факт. Чтобы получить, нужно что-то дать взамен. Поэтому, чтобы наладить свое окружение, ты должен сделать 3 вещи. Отсеять ненужное. Зачем тебе друзья, которые тянут тебя вниз и только отдаляют тебя от цели? Отсей свои страхи и застенчивость, ведь высокоэффективный человек не позволяет тратить себе время на страхи и боязни. Советую посмотреть мой ролик про уверенность в себе, там я уже рассказывал в деталях, как обрести этот навык. Начни действовать и развиваться, впитывай новую информацию как губка, получай знания в разных сферах, чтобы у тебя была возможность обменом информации. И только когда ты начинаешь идти вперед, новые знакомства и возможности появляются сами собой. Шаг 3. Цели. В этом пункте я не буду говорить, что тебе просто нужно поставить цель. Безусловно, поставление правильной цели – это уже 50% ее выполнения. Но зачастую, когда у нас есть грандиозная цель, мы не видим прогресса в наших действиях. Поэтому стоит разбить эту цель на несколько этапов. Условно, твоя цель – стать финансово независимым и жить на пассивный доход. Но у тебя даже нет работы, чтобы ты мог инвестировать. Что уж там говорить о знаниях и умениях, которые для этого требуются. Так вот, разбей эту цель сначала на параллельные цели, а затем на подпункты. Сейчас расскажу, как именно. Основная цель – пассивный доход. Параллельные пункты – это разные цели, которые работают на одну большую цель. Найти работу, которая сможет обеспечить прирост средств. Получить знания и информацию в инвестициях. Неважно каким способом. Изучать все лично и собирать по частицам. Или обучение путем приобретения курсов у другого человека, который имеет опыт в этой сфере. Только не надо покупать инфо-цыганские курсы, где помимо воды вы ничего не получите. Именно поэтому я готовлю проект, где будет собрана вся информация про инвестиции и четкий план действий по достижению пассивного дохода. С параллельными целями разобрались, ну и подпункты. Это уже задачи, которые нужны для того, чтобы вы устроились на работу или получили знания в инвестициях. Попробуйте перенести этот пример на свои цели. Возьмите свой ежедневник и точно таким же образом развейте свою цель. И обещаю, после этих действий вам будет проще увидеть прогресс в ваших действиях, и результат не заставит тебя долго ждать. Шаг 4. Расставь приоритеты. Матрица Эйзенхауэра. Что такое матрица Эйзенхауэра? Это техника, которая помогает быстро рассортировать список дел, даже если их чертовски много. Внешне все выглядит предельно просто. Выписываем список задач и на каждую отвечаем себе на 2 вопроса. Это важно? Да, нет. Это срочно? Да, нет. Берем лист бумаги и делим его на 4 части и получаем 4 квадрата, которые заносим ответы на 2 этих вопроса. Квадрат А. Важные и срочные дела. Если вы гений планирования, то этот квадрат будет у вас пустым. Но вряд ли ты, Брэдли Купер, который принял НЗТ-48. Самое главное, чтобы дела туда поступали нечасто и в небольшом количестве. Ну а если там половина вашего списка задач, то вот это уже тревога. Задачи из этого списка нужно делать в первую очередь. Квадрат Б.
Важные, но не срочные дела. Здесь живут задачи, которым нужно уделять максимум внимания. На них у нас нет никаких препятствий, чтобы выполнить эти задачи максимально эффективно и качественно. Например, почитать книгу или сделать большой проект. Квадрат С. Срочные, но не важные дела. Обычно в это поле попадают задачи, которые приходится делать, хоть они и не представляют ценности. Выполнение этих задач не помогает достичь целей. Они мешают сосредоточиться на действительно важном, снижают твою эффективность и выматывают. По возможности такие задачи лучше делегировать, автоматизировать или просто научиться говорить людям «нет». Квадрат D. Несрочные и неважные дела. Тут живут дела, не несущие никакой пользы. И при этом наши самые любимые. Отдыхать нужно каждому, но злоупотреблять задачами из этого списка не стоит. Шаг 5. Гори, но не выгорай. Бесконечная работа и постоянная занятость может подкосить тебя не только физически, но и ментально. И для этого нужен регулярный и, что немаловажно, правильный отдых. Место типичной прокрастинации за просмотром бесполезного сериала или листания ленты в ТикТоке, которые создают лишь иллюзию отдыха. Лучше сходи в зал, наведи в порядок свою физическую форму. Поэтому уделение внимания физическому благополучию оказывает положительное влияние на наше эмоциональное состояние. Только когда ты выбираешь прогулку на свежем воздухе или прочтение книги вместо просмотра бесконечных рилсов, ты почувствуешь, что такое настоящий отдых. Шаг 6. Мысли не приводят к новым действиям, пока не будут записаны. Все мимолетные идеи, которые мне приходят в голову, я сразу записываю в заметки. Пример этому данный ролик. Еще месяц назад мне пришла идея, и именно с нее постепенно собирались мысли для финального контента. Наш мозг очень творческая штука, и грех упускать светлые идеи, которые он выдает. Так что приучи себя записывать мимолетные мысли, и эти идеи дадут тебе новые возможности. Главное, чтобы постоянная работа и стремление не привели тебя к выгоранию. Так что полный гайд, как победить выгорание и другая полезная информация есть в моем телеграм-канале. С вами был Михаил Колыванов, всем удачи и пока.